Всем привет! Это канал Бородач ТВ. И у нас в студии два замечательных человека. Это Дмитрий и Михаил. Один с бородой, другой без. Все, у нас рекламная... Подожди, у нас рекламная пауза уже закончилась. Так. Переходим непосредственно к новостям. Новостям. В нашем городе случилось... Масленица. Подожди, до масленицы. До масленицы. Что еще случилось? Блин, до масленицы. До масленицы еще не дошли. Ну. Нас склонировали. Нас скопировали? Да, наш проект копировать начали? Начали копировать. Ну ладно, это хорошо ведь. Ты знаешь, это значит, знаешь, что это? Значит, говорится, что вот этот формат, в котором мы, да, действуем, злодействуем, он, в принципе, популярен. Это хорошо. Да. Не хотелось это говорить, мы первые. Как-то так. Мы были первые, да? Были первые, нас сейчас обгонят. Ну, у нас, кстати, есть защита. Михаил, это все понятно. Расскажи мне, пожалуйста, ты на стол ползал? На куда? На столб. Нет, не довелось. В этот раз не получилось. Я был в Санкт-Петербурге, ездил на обучение. Меня дважды, кстати, останавливали дважды сотрудники ГИБДД. Заставляли ползти на пол, на столб. Или дышать в трубку. Нет, ни то, ни другое. Или дышать в столб. Нет. Они пытались произвести, скажем так, взвешивание. Контрольная. Возможно. Расскажу пару слов, предысторию. Несколько лет назад у Михаила были вот такие вот щеки. И он запечатлен на всех документах с вот такими вот щеками. Знаете, как сытые мышцы, вот, ну как это называется? А сейчас щеки пропали, потому что он бегает каждый день, да через день. Ну и не только бегает. Да, еще и приседает, и приставными шагами ходит. Нет, и лицо обычно, вот так, знаешь, крутит. Вот так вот. Так это приставными шагами. Я просто не знал, как это называется. Поэтому, когда мы вчера во Фрунзенском районе нас остановили ГИБДДшники, они были в шоке. Они говорят: Михаил, вылезайте из машины. Это не вы. Это, говорит, ваш брат. Это ваш брат, это я. Не брат. Ребята, все занимайтесь спортом и ползайте на стол. Так? Да. А второй случай был уже вечером в Большой Ижоре. Тоже останавливают меня сотрудники ГИБДД. И тоже говорят: парень, это не ты. Я думаю: как не я? Ну я понимаю, что это темно. Пришлось свет. Ты надувал щеки-то куда? Нет. Нет. Это я. Слушай, поверил мне на слово и отпустил. Сказал: счастливой дороги, парень. Встреча. Ну, встреча. Самое главное, знаешь, почему он тебя отпустил? Потому что ты после тренингов, у тебя была распухшая голова. Ты хоть как-то был похож. О чем хоть тренинг-то был? Тренинг был посвящен механике денег, о том, как, наверное, себя начать мотивировать, о том, что как научиться, не то, что как научиться зарабатывать, самое главное, как себя замотивировать и какие есть этапы развития человека. Ну, многие... То есть немножко деньги, ну, ставит на место голову, правильно, по поводу денег? Да, меня, в моем случае меня поставили, то есть привели меня в порядок в плане каких-то моих размышлений. Я прошел определенный уровень развития, да, и на сегодняшний момент... То, что я узнал, я понял, что я перешел в самую последнюю стадию, это четвертая, она называется инвестор. Если первая стадия – это исполнитель, люди, которые, скажем так, работают и за зарплату. Раб. На галетах раб. Второй этап развития – это умелец. Это как... Вот, это ж я! Да, ты предлагаешь печеньку, да, соответственно, да. Меня нету, у тебя что-то есть, ты предлагаешь уникальное товарное предложение. Так, дальше. А третий вариант – это бизнес. То есть непосредственно бизнесмен. Так это ж я! Опять ты же! Господи, это боже мой! Кстати, у нас защита от клонирования, вы не забивайте. Где? Я не вижу ее. Вот, вон она. А, речка Долли. Вот, и четвертая стадия развития – это когда ты становишься инвестором. Человеком, который меняет рынок, то есть он за собой тащит. То есть одно его слово, одно какие-то его действия могут изменить ход вообще развития событий. История. То есть то, что мы сейчас сделаем с тобой, это и есть инвестирование непосредственно в новые информационные ресурсы, которые уже сейчас на сегодняшний момент меняют картину, информационную картину в этом городе. Почему? Потому что нас уже начали это реально дублировать, клонировать, потому что у них не хватает идей. То есть у них идеи и закончились, и сякли. Да. Поэтому Ты сейчас пока не все идеи свои, да, вот так вот, ну, открыто, да, делаешь. У тебя же еще есть какие-то в рукаве идеечки. Слушай, ну если мы придумали это, да, и запустили это не говорит о том, что мы уже иссякли, у нас закончились идеи. Просто все на самом деле поэтапно. Ну, съешь печеньку.
Потом, когда выключится камера, я съем. Ну, а овечку, если покормить печеньки, нормально? А ты... Она вообще-то к нам задницей повернулась, овечка. Ну, это защитная поза. Защитная поза сзади. Михаил, да. То есть на стол ты не лез, да, не полз. Скажи, пожалуйста, вот эти выходные ты пил вообще алкоголь? Ну, вот эти праздничные дни. А я вообще ни капли не выпил. Не пил, да? Поэтому у тебя голова свежая, да? Поэтому у тебя дело спорится. Для меня вообще вот выпивка, это не считается какой-то такой, знаешь, необходимостью. Если даже кого-то нужно поздравить, ну, я если чувствую себя комфортно... То есть ты исключительно наркотические препараты принимаешь? Нет? Исключительно, если я себя чувствую комфортно, если из меня льется... та информация, которую я хочу донести до людей, мне не надо какой-то, скажем так, усилитель моих эмоций. То есть твои эмоции – это вообще не правильно? Конечно. Если я хочу, я говорю. Если я не хочу, значит, я, наверное, вот меня тоже в свое время я увидел такую штуку, что мне вообще, я тащусь от того, что я имею возможность общаться с интересными людьми. Да с ладно, кому ты рассказываешь? Ты больше с женщинами общаешься. Все знают уже, что ты ведешь тренинги. Какие тренинги? Ну, не все знают, где находится точка 3G. 3G. Угу. Так. Все же знают, что есть 4G. Так, а 3G, про 3G уже забыли. А 3G не изучили? Не изучили, да. А уже на 4G был. Да, да. Вот. Михаил, ну, я, что вот нам, как вот нам подытожить это видео? Чему оно было посвящено вообще? Чему было видео посвящено? Хороший вопрос. Я не могу дать ответ на этот, подожди. Я предлагаю тот, кто досмотрит это видео до конца, дать ответ. На этот вопрос. На этот Михаил, скажи вопрос. Еще, пожалуйста, у тебя 11 числа состоится тренинг по продвижению ВКонтакте, правильно? Да, по поводу продвижения ВКонтакте я научу вас, как правильно оформлять посты, как их структурировать, что необходимо делать, да. Какие есть инструменты в плане продвижения. Как запустить вообще все процессы, как настроить рекламную кампанию, понять, как вообще взаимодействовать. Как сэкономить, как происходит взаимодействие между статистикой, между той рекламой, которую ты запускаешь. То есть это столько нюансов, вот именно очень много я расскажу в инструментах обратной связи. Скажи, пожалуйста, сейчас кто уже записался на тренинг и сколько там реально бизнесменов вот, уровня уже выше среднего? А на сегодняшний момент я бы сказал, что там, наверное, пока один бизнесмен. Пока один. Ну, именно выше среднего уровня. Из тех, вот я ходил еще раз да, на механику денег, я понимаю, что там один бизнесмен, а остальные это. Там есть, скажем так, будут умельцы и будут исполнители. А инвесторов там нет точно, потому что это немножко не тот формат. Они пока не чувствуют, куда нужно двигаться. Куда тащить за собой людей? Понятно, это чуйки пока еще нет. Нету. Вот. Но, по крайней мере, ждем всех на тренинге. Кому интересно, записывайтесь, ссылка будет под видео на мероприятии. И, кстати, да, на этом же мероприятии я как раз сделаю такой бонус. Я, скажем так, пообщавшись с аудиторией, я вам дам понять, в какой стадии вы находитесь. Потому что многие, так я сделаю вот этот замечательный жест твоими волшебными пальцами, в кавычках бизнесмены. Бизнесмен не является тот человек, который просто получил корочки дедлайна предпринимателя, но сидит, скажем так, в каком-то местечке и что-то продает. Это не является бизнесом. Это является исполнителем. Что неудивительно. То даже не умельцем, это просто исполнитель. Просто за другую заработную плату. Я так сказал бы, что это просто спекулянты, правильно? Обычно спекулянты. Да, это исполнитель, да. Который поменял место работы. Угу. То есть надо хотеть это. Давай все секреты не будешь сейчас нам рассказывать? Дорогим радиослушателям. Давай пожелаем всем отличной недели. Угу. Вот, эмоций хороших. И еще один момент. У нас в ближайшее время мы уезжаем. И, соответственно, возможно, у нас будет видео не из этого города. Да, мы посмотрим на льдине плыть в Норвегию. Вы посмотрите, как живут в другом городе, как люди общаются. И совершенно другая культура. И у нас очень много сейчас идет заявок. Из других городов, но вот реально приглашают и хотят приехать к нам, записаться на нашем канале. В нашем формате. В нашем формате. Ну, всем все. Всего доброго. Всем пока. Всем пока. Отличной недели.